Всем привет, друзья! Вот такая у нас сегодня погода. Туман уже рассеялся, но вот так у нас сегодня. А у меня сегодня молочные коржики. Для этого я беру сахар, добавляю сразу немного соли, ванильный сахар, молоко. И все перемешиваю и довожу эту смесь до такого состояния, чтобы сахар растворился. Кипятить не нужно. Ну вот и все. Сахар у меня растворился. Я выключила газ. И выкладываю масло. Мне нужно, чтобы масло у меня растаяло. Для того, чтобы смесь быстрее остыла, я перелью в другую чашу, в которой буду замешивать тесто. Можно поставить чашу в холодную воду, еще быстрее остынет, или вынести на улицу. Но я, в принципе, не спешу, поэтому пусть остывает здесь. А пока приготовлю муку. У меня здесь мука. Высыпаю разрыхлитель и все перемешаю, чтобы была однородная масса. Смесь у меня остыла. Теперь я добавляю в нее разболтанное яйцо. Все перемешиваю. И добавляю постепенно муку. Долго замешивать не нужно. Комок собрали и все. Муку я больше добавлять не хочу. А чтобы тесто не прилипало, я вот немножко смазала руку растительным маслом. И перекладываю тесто в пакет. Ну вот и все. Тесто разложила по пакетикам и убираю в холодильник. Пусть немножко оно охладится. Тесто я раскатала. И теперь вот такой вырубкой вырезаю коржики. Можно вырезать, в принципе, любой. Если вырубок нет, можно даже из стакана вырезать. И выкладываю на противень. Остатки собираю и снова раскатываю. Муки стараюсь брать по минимуму, по необходимости. Если получается без муки, раскатываю без муки, чтобы тесто не забивалось. Я взболтала яйцо и смазываю коржики. Теперь беру вилку и вот такие делаю. Можно волны сделать, можно вот так, в таком направлении, то есть такие узорчики. У меня есть скалка такая, какая-то как типа в сеточку, в клеточку. Ну, сегодня я решила так сделать. Все, и ставлю в разогретую духовку, она у меня разогрета на 200 градусов, до готовности. Подрумянится, зажаривать их не нужно. Подрумянились. Ну, конечно, смотрите по своей духовке. Вот такие коржики у меня получились. Они еще горячие, только сейчас вытащила из духовки. Сейчас сложу их на доску, пусть отдыхают. Вот такие коржики у меня получились. Всего у меня получилось 21 коржик. Здесь просто я уже отдала коржики. Поэтому вот такие красавчики у меня получились. Сейчас покажу, какие они в разломе. Такой возьмем любой. Ну, смотрите, какие они получились. Вот такие коржики в разломе. Они мягкие. Видите, какие? Сверху у них такая корочка подрумяненная, а
внутри они такие мякиш, у них такой мягкий. Вот такие коржики. Пеките, очень вкусные.